А перед началом ролика хочу посвятить вам группу Winded Art. Здесь можете заказать аватарки, подписи, арты. Качественно делают, дешевые цены. Я вам советую просто. Пацаны делают на совесть, круто очень. Ссылочку я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь, заказывайте. Приятного вам просмотра. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Севера Ролиплей. Сегодня с вами Артём. Всем привет. И сегодня у нас казино, да. Сейчас бы три столба сразу захуярить. Вообще четко. Сука, только починил машину, блять. Вообще, какая-то черная полоса, я зашел. Во-первых, меня уволили из фракции какого-то хрена, наверное, за офлайн. Блять, выключился этот лимит, нахуй. Этот. И слетел бизнес. Хотя я оплачивал при вас. Два дня не заходил в игру, слетел бизнес. И меня выгнали. И если бы я сегодня не зашел, у меня бы слетел дом. Вот реально вот эта система бесит. То, что надо деньги закидывать постоянно, а не на дне оплачивать. На Аризоне. Там, короче, я понял, по часам идет, вот ты за час каждый платишь. Ну я понял, ну блин, ну прикинь, там тебе надо поехать, допустим, отдохнуть куда-то, там, на неделю на море. Ну и да, у тебя там бизнес, дом. Вот что делать, блядь, сливать хвост нахуй. А другу передашь, забанят. Ну да, ну блин, вот реально система какая-то. Как бы, ну, с одной стороны, это хитро, то, что тебе придется постоянно заходить играть, как бы. По-любому тебе придется раз в три дня заходить. Если у тебя дом, бизнес. Сейчас мы, кстати, едем в казино. Объява была, ну, блядь, если там никого не будет, у меня просто пукан взорвется. Серьезно. Я уже не знаю, сколько неделю пытаюсь в казино сходить. Да. Вообще, короче, смотрите, если у него сгорит пукан, то, пацаны, лучше не ждите видео, пожалуйста. Не понял. Да, Киря? Если у тебя пукан загорит, ты ж комп разъебашишь. Да не, мне его жалко. Сильно дорого. Удовольствие. Знаешь, а что у меня красным с левой стороны загорелось? У тебя тоже красная метка? Какая-то метка непонятная. Она всегда горит. Точка G, блядь. Тут даже поворотники есть, ебаный свет, я забыл. Скоро помню. Погнали, все равно город пустой. Ну, вижу. Понятное дело. Вот, блядь, только сейчас казино не работает. Это будет просто жесть. Это реально черная полоса. Зашел, слетел дом. Ой, слетел дом, слетел бизнес. Уволили из фракции. Денег не вернули за бизнес. Остался лям, блядь. Просто а, есть, пиздец. Вот работает. Так. Амерки. Дай, братиш, первый зайдет. Погнали. Пешком, блядь, назад пойдешь. Да, работает, сынок. Есть там кто-то? Ага, а, купи, есть. Ура, ура, это случилось. О, на 5000 играем, ставим. Тоже хочу, давайте, наконец-то, казино, блядь. Сейчас я втащу стопудово, я тебе говорю. Сейчас ты соснёшь, блядь, стопудово. А чё, мы только вдвоём с тобой поставили? Да. Блядь, а у него ещё денег нету? Или у него? Ставим. Ну. О, все, поставил, Максим. А, я поднял, или не? Стоп. Нет, еще не начали даже. Что там долго? Так, ну. Поставить. Так крутите уже хоть что-то, ёпта. О, уже 4 поставили. Давай. Наконец-то казино, блядь. Пацаны быстро лайкосы влепили просто. Смотри, сейчас втащу. Я этого ждал 3 часа. Смотри на меня. И по губам, да? Еее, соснул хуй. Четко. Давай, сука. Не, почти 50. Давайте 100 тысяч. Сейчас поднимем бабло. Погнали. Сейчас посмотрим. Вот тут интересная система, потому что на Мазине со всеми так. Вышел. А? Все так. Дайте на чай, и я начну. А че, охуел, блядь? Сейчас пизды дам на чай, нахуй. Какой у него левел? Ой, левел этот. 17. Дадим ему 10 тысяч, пусть хуй сосет. Давай, крути, хуйло. Реально, бесит такие просто. Я помню, купе, понял, давал по... Че? Блин, да нет, это зарплата была. Да.
Я думал, соси я прикрю. Хуй. Да как? Батька в здании, нахуй. 400 тысяч. Вань, поделись. Верни, пожалуйста, 100к. Ты и так 300 втащил. Я тебе и так 400 дал. Давай, давай по 200 гранем. У тебя же есть 200. Ай, у меня 300 соседних осталось. 200. 600 норм. Давайте. Сука, должен затащить просто. Должен затащить. Как ты так тащишь? Не знаю. А ну, свали. Я на мазинге так не тащу, блядь, даже. Так, ну. Чай. Сука, поебал у тебя, блядь, сука, чаем нахуй. Я не могу заебал. Нажать Enter, у меня не играет, все. Отойди вот. Далеко. Во. А ну, да, я туда встану. А, ну все, я поставлю. О, крутится, крутится, крутится. Пожалуйста, подними. Давай, давай. Сука, да! Соснули, сука. А какого черта у меня сняли бабки, я не играл? Вообще потому что это шоу, ты поставил ставку, в чате даже написал. А, о, да. Кто сегодня поднялся, а? А? Да-да, я. 500 тысяч ставки, сука. Я ладно. Не могу играть. Ну, сейчас я поставлю ставку. Бля, вообще тащу, блядь, лучше, чем на мазинке даже. Так, пацаны, просто сейчас должны затащить. Еще втащишь. По-любому. Мне на чай еще дам, блядь, чтобы он мне подмухлевал. Ты сейчас опять вин. Да похуй вообще. Ой, анимки, давай. Ой. Ой. Тебе выиграть, дай 200к. Сори, биндер. Да давай, ебаный свет. За что тебе плачу, блядь, элементы? Давай, поставил я. Ну, выключил. Крути, блин. Я хочу лям. Я хочу лям. Пожалуйста, давай. Пожалуйста. Затащи, затащи. Плиз, 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 плиз. Сука, пидор ебаный. Сколько у тебя бабок? Лям 300. Он как-то сделал, чтобы он выиграл. Подкинь мне 300к, пожалуйста, у тебя так лям. Давайте 100 тысяч. Давай мне 300к, пожалуйста, у меня так тысячу. Иди в очко. Пожалуйста. 200 тебе дам, хватит. Окей, давай, так. Что, мы вдвоем с тобой играть будем? Да не, вдвоем мне интересно. Давайте, давай ему дадим на чай. Чтобы он, блядь, обоссался таких чаев. Давай ставим. Минуту мы начинаем. Какую ты ставку там сделал? 100 тысяч. Сейчас кто-то будет плакать. И сейчас ты выиграешь по-любому. А не, хуй там. Да, кто? Кто? Просто... Так. Все бабки у меня забрал у подписчика. Я ему еще деньги даю, этому крупье. Чем ты мне передаешь? Я тебе всё-таки передаю. Ты ж выиграл. Ты мне так что 100 тысяч передал. Ну я знаю. Я все равно сейчас их заберу. Давай, затащи. Сука, пидор. Ну ты пидор. А, я что не смогу передать. Давай 500 тысяч сыграем, хочешь? Да, не. Давай по 300 хотя бы. Давай 300. 300 тысяч. Так, слышишь, поставить. Давай, сейчас должен ты соснуть хуйца, и мы уходим. Сейчас на чай напишет, да? Крути, заебал, сука. Сколько ты ему даешь на чай? 10 тысяч. Пожалуйста, давай. Да, все, погнали. Нет, давай последних 200 тысяч и все. Ну давай, ладно. Последних у меня заберешь. Ты и так мои деньги тебе их давал. Отбил чисто свои бабки. Так. Хотя, блин, я нормально тащил до этого. Что там ставки поставить? Так. Дам ему 10 тысяч, он быстрее, блядь, думал. Давай, давай, пупсик. Сука, пидрила. Давай по 400. Ой, блин, да.
Так, надо сделать, знаешь как? Смотри сейчас. Один, подожди, один, два, три. Все, играем. 400 000. Че он там думает долго? Все, сейчас. Или да, или нет. Неважно, проиграю или выиграю, мы уходим потом. Сосни, пожалуйста, сосни, только не я. Еее. Бабок нет, пошли отсюда. Все, пошли. Давай ему на чай дам. Все. Кто-то соснул. Не будем тыкать пальцем. Садись. Кстати, что у тебя на это? На, тебе дам 300 000. Еще какие-то так чисто было дружеское казино. Ну хотя, блин, если просто не ушли все секунды. Чувак выиграл у меня 500 000 и просто убежал. Хочешь и прикол? Все. На номерах написано srsiverroleplay.ru. Ну да. Там Сиеро. Ну да. Тоже тогда? Ну да. Ну ладно, в принципе, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Да, надо было выпрыгнуть в конце серии, да? Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. Давайте пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.